Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем пройти Assassin's Creed 2. Ну что, побежали по заданию. В прошлой серии у нас было прохождение этого. Какого? Гробницы. Гробницу мы потом ассасинов откроем. Последний вот осталось здесь. Все, кому нужна помощь. Так, а как тут пройти-то вообще, ё-моё? Ну давай на лестницу побежали, ё-моё. 200 метров нам осталось. Да, и под конец, я надеюсь, попадем в этот. Называется-то, ё-моё. Опа. Свой замок. Там день, кажется, собрались у нас. Замки и улучшим что-нибудь, купим себе что-нибудь посильнее. Только что-то странное, эти захватили этот маленький замочек, что ли, я так понимаю, вора Венеция. Что-то слишком громко, если не знаю ее, будет мне нормально слышно или нет. У меня что-то слишком громко играет. Так, вот она, вход с той стороны получается. Так, вот они, воры. Нанять их не хочу нанимать, эти уроды тут ходят. Ой, блин, а. Да иди ты в пень от меня подальше, а. Ты меня не знаешь, я тебя тоже не знаю. О, нифига, репутацию мне еще подняли. А тут такие стоят. Опа, она, вот это поворотик. Ха-ха-ха, вот ты где, Эцио. Я хочу представить тебе моего знакомого. Это Агустино Барбаригу. Скоро он станет дожем Венеции, благодаря тебе. Для меня честь познакомиться с вами, дож. Сожалею о кончине вашего брата. Он сам во всем виноват. Эти Борджия купили его с потрохами. Но я такой ошибки не допущу. Пойдем, Эцио. Нам нужно о многом поговорить. Мы нашли Сильвио Барбаригу. Он укрылся в арсенале. Ха! Укрылся! Скорее уж захватил. У него там не менее 200 наемников. Вы же дож. Неужели вы не можете приказать ему сдаться? Комитет 41 еще не утвердил мое назначение. А эта выходка Сильвио только осложнила дело. В его распоряжении целая армия. Тогда помогите мне собрать мою. Я знал, что ты так скажешь. Бартоломео Дальвьяно, вот кто тебе нужен. Сильвио не по душе ему и его людям. Он живет в армейском квартале, к юго-западу от арсенала. Ва бене. Я встречусь с ним. Опа, и сразу за эту фигню дали 2000. Вот это поворот судьбы. Ну что, побежали. 300, ё-моё. Это пассинг-то у нас остался врагом, что ли? И перед последним, я уже не помню. Редко играю, на самом деле. Это. Мы ей Assassin's Creed. Первый я не знаю как. Ну, второй мы... Третий точно мы ее сыграем, тут чуть позже. Освобожу себе график хоть. Вообще, ты работать начал. Так, что у нас здесь? Ё-моё, а. Как долго ты можешь бежать, а? Посторонись, топар Теора! Он здесь! Никого нету здесь. Давайте на карточку, на карту посмотрим. Это не слишком далеко. Ну, не слишком близко, можно так сказать. Так, я думаю, быстрее будет 10 тысяч, чем я буду там где-нибудь лазить и искать себе местечко. Сундучок тут раскрыли уже давно мы. Опа. Ну, надо к себе сегодня переместиться. Виллу.
Не слишком большую сделать себе этот серию, на самом деле. Вот они. Такие вот дела. Мы уже здесь. До следующей серии, я думаю, это все-таки сделаю я. Как называется? Последнюю откроем. И если не ошибаюсь, это нам открывается костюм нашего этого первого ассасина. Ага, молоточком все делаешь. Ладно, узнаваемость не слишком высокая, можно еще так побегать. А вот мы приближаемся к нему уже. Нифига какая тут армия ходит. На помощь! Назад! Что, умом тронулся? Ты меня не... Прости, мужик, я тебе хотел вообще-то поймать. Ну давай оборуем его, если убили. Всего лишь? Да, ну это неинтересно. На помощь! Чё, кто там всё на помощь зовёт, а? Кажется, это действительно рискованно. Эй! Ты где ты находишься-то? Эй! На помощь! Чё за фигня вообще? Он на крыше, что ли? Да, на крыше. Здорово, мужик, чё с тобой случилось? Ты один из людей Бартоломео. Что произошло? Где он? Бандиты Сильвио напали, забрали его, увели вглубь квартала, на север. Вот это поворот уже. Покойся с миром. Конечно, принять. Уже ночь. Ой, это вообще прям... Время летит, пока сюда бежал я. А метров-то не сказано сколько. Это что, открывается нам локация в городе, в этой стране? И она уже давно открытая, пока я... Иди ты в пень от меня. Мне пофиг на вас всех. Ей надо скрытно все сделать. Так. Похоже, вы спрашиваете себя, как это возможно. Только освободите меня, и я с радостью. А где он? Трусливые говнюки. Что-то я не понял. У вас нет чести, нет доблести, нет добродетели. Неудивительно, что звезда Венеции клонится к закату. Кираца Дембичи. А он где, наверху, что ли? Граждане, я пощажу того из вас, у кого хватит смелости освободить меня. А все остальные сдохнут от моей руки, клянусь. Да где он все горит-то, ё-мо? Вот там, взять его! Давать свою честь и достоинство за пару монет. А, вы понимаете, что служите предателю и трусу. Вот это вот вообще прекрасно был. Так, достаю меч. О, нет. Я не понимаю, зачем вы заковали меня в цепи. Да все, сейчас я освобожду, бля. Я воевал против хозяина этого вонючки. Тогда вас еще и на свете не было. Да ё-моё, чё, убить его не можем нифига, что ли, а? Да прыгни в воду и всё, и погибни нафиг. Всё, готово. Даже не знаю, расцеловать тебе или дать по морде. Может и то, и другое, на всякий случай. Вижу, ты в порядке. Кто ты? Я Эцио Аудиторе де Ференце. Я спасу тебя. Мы еще посмотрим, кто кого спасет. А чем это ты? Все туда! Схватите их! Следуй за мной. Подходите! Посмотрим! До встречи!
Горите в аду! Ну давай, убей их, а. О, замечательно, только... Никуда он не попал, блин, нафиг. Андиамо. Мадонна? Пора уходить. Нам пора. Точно. Подходи, не стесняйся. Нужно разбить еще пару голов. Может, обойдемся без кровопролития? Давайте повеселимся. Почему? Да блин, ты кто такой, а? Нет, проявляю осторожность. Их в 100 раз больше, чем нас. Идем. Треснуть бы кому-нибудь по харе. Погнали. Ты умеешь лазить? Как вы это делаете? То вот легко и просто. Ты что, так не умеешь, что ли? Фигово. Погнали-ка, давай так, пешком. Осторожнее с тем великаном, его зовут Данте. Остальные люди Сильвио жалкие псы, но этот Данте опасен. Ты насрать на него вообще просто. У тебя тихо. Свобода, как я по тебе скучаю. Отстань от меня. Сильвио поручил своим людям разорить это место. Готовьтесь к бою. Ха! В том нет нужды. Подходите! На коне! Да блин, ну чё за фигня вообще? Вот это да. А тут что надо сделать? Не отставай. Если тебе дорога жизнь, сдавайся. Ни за что. Отними у человека свободу, и что у него останется, а? Нет, в клетку я не вернусь. Тогда отправишься в могилу. Убейте их. А ты что такой главный стал? Давайте повеселимся. Скоро у тебя будет отличное занятие. В тебя будут швырять камни. Не убивайте меня. Да я знаю, декарь, я не трогаю. Все, готов, купава. Здесь заметь, что-нибудь новенькое появилось. Так, сюда. Это что, твоих освобождаем? Ну и свалку они устроили. Надеюсь, Бьянка не пострадала. Что за Бьянка теперь? Еще она, что ли? 4000. Ой, отчуметь вообще просто. Вот это деньги. Ну что, продолжаем, да? Сразу же. Бьянка! Бьянка! Эй, все в порядке? А ты как думаешь? Оглянись вокруг. Бедная Бьянка. Если с ней что-нибудь случилось. Ага! Любимая, ты жива, слава богу. Эцио, это Бьянка. Бьянка, это Эцио. Польщен. Итак, я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. У меня есть дело к Сильвио Барбариго. Сказали, ты поможешь. А, ты окажешь мне честь. Но мы не можем идти против него вдвоем. То есть, я хотел сказать, втроем. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения? Я пойду, подготовлю к бою людей. А ты в это время займись вызволением пленников, которых захватил Сильвио. Мы не можем поступиться совестью и бросить их. Интензи, я немедленно этим займусь. Ну давай, погнали. Удачи, быстро. Тебе, Эцио. Сделаем это. Освободим их всех. Кого надо здесь? 70, нет, недалеко. Заходите все, кому нужна помощь. Ну я слишком популярен среди них всех. Так, тихо, ты мне говоришь, что это хорошее. Про смерть от клинка промстителя. Зона. Понятно, зона.
Так, и мне еще вообще ноль. Меня никто не знает. Ну с вами я так подерусь. Я не буду мучиться. Я не такой толпой сражался. Готов, Павла. Помнишь, как мы зарубили того швейцарца? Бля. Я думал, мне все-таки звук. Опа, ты меня ранил, понимаешь это? Сначала. Обойдешься ты, бля, умный здесь нашелся. Все, готов. Ну их мало здесь было. Бегите, люди. Спасибо за помощь, друг. Нафига, близнецы? Мы будем сражаться на твоей стороне. Идем. Близнецы, погнали. Так. А как туда попасть? У меня карты нет, да? Ой. Понятно, все дело. У меня тут ничего не открыто, надо будет открывать. Пройдемся здесь. Есть только один способ преподать тебе урок. Есть только один способ. Может быть, нет. Опа, нифига силачи им очень быстро. Это он убежал нафиг, нам не сдался трус. Проклятые мужики. Надо уничтожать всех подряд здесь. О, готов. Только не тебя хотел поймать, а его. Эту падлу ловкого, бля. Вот он ловкач, а. Но все равно погибает от моей руки. Готов. Люблю так делать, когда сам вот этот есть. Не трогайте меня! Мало уходить отсюда! Ну чё, втроём не мог, четвером не могли его завалить? Потеряли оно парня, молодого. Да ё-моё, а. Давай дальше. Освободить их. Мы с тобой, друг. Скажи, куда идти? Это чего, такая толпа за мной будет бегать, что ли? Идем. Нифига себе. Толпа. Ай, яма, теперь каждому углу сражаться. Я вижу его! Ну чё, мужики, весь город что будем рубить, да? Сюда. Я не спорю, чё, вот. У них супер и все остальное, бля. Моча свежая, слышите, мужики? Нужна моча вам свежая? Так, тут чё, куда нам бежать-то, ё-моё. Тупик добежали, да, мы в тупик забежали, мужики. Обратно, мужики. Побежали все толпой. Только на самом деле мне не нужны. Андиамо. Враг напал на моих союзников? Где он? Во. Сюда попали. Мы уже рядом. Сколько ваших надо освободить-то? Он похож на... Да куда он побежал-то? Опа, у нифига себе здесь с пиками.
Это не ожидал я. Они посильнее, да, каждого любого другого? С пиками. Да ё-моё, он хорошо борется-то. Нифига себе, вот это да. Вот это поворот. Да ё-моё, нафиг ты миллион раз. За такое время убей его, а. С пиками это фиг. Он сдох уже, да? Есть, готов. О, замечательно, освобождаем. Спасибо за спасение. Толкнули их. Также помочь тебе. Взял, толкнул их. Ну чё, всё? Да, всё. Теперь на задание. Погнали на задание. Посмотрим, что там есть интересное. А там посмотрим, что будет дальше. Сундук полон. Дополнительный доход не наступит. Понятно всё. Вся сестра Эцио будет тебе в карман денежки класть. В карман денежки класть. Так, где он там своей бьянкой? Нифига вот здесь, блин. Наемников. Привет, Эцио. Добро пожаловать. Кстати, моя армия снова со мной. Теперь Сильвио поймет, какую ошибку он совершил. Что будем делать? Навалимся на арсенал всем скопом? Нет, так нас перебьют у ворот. Я придумал кое-что другое. Возьми моих людей и расставь их по всему кварталу. Они поднимут шум, и это заставит Сильвио бросить против них почти всех воинов. Тогда в арсенале останется мало наемников, и я смогу проникнуть внутрь. Именно! Тебе никто не сможет помешать. И надеюсь, он клюнет. О, не беспокойся об этом. Вообще без проблем, блин. Так, понятно, окей. Принять. Так, сюда. Погнали, парни. Интересно, это большое будет задание или нет? Убийство 4. Это что, 4-х надо убить? Давай, мочи его! Зажали, мочите его. Да ё-моё, чё ты мне тут мешаетесь, а? Я даже... Всё, готов он. За мной. Погнали. О боже, ну и боль. Неужели тут никто не приберёт? Верно, я заключил такой... Так, подожди-ка. Нам сюда надо. Вот они. И чё вы делаете? Супер, вы меня кинули просто. Чё ты своим молотом возишь-то? Ну это супер, конечно. Толпой тут стоять и ничего не делать при этом. Я не могу до этого дотронуться. Вот это мужчина. Брависсимо. Супер. В конце концов он устал. Я застрял. Умри! Как вас учили? Просто окружить. Да мужики, в атаку, ё-мо, что вы творите-то, ё-мо. И мне надо приказать вам еще при этом.
О, вы что тут с куртизанками творили, а? Лечебка. Двоих завалить не могу уже. О, один остался, блин. Что вы задумали? Жди. Ко мне. А что тут делать надо? А, понятно. Это нам дал армию, чтобы мы атаковали жди, кого-нибудь. Жди, пока я подам знак. Как прикажешь. Следуй за мной. Мужики, дайте пройти, ё-моё, блин, а. Нет, ничего мы не нашли нормального. Надо действовать уже, ё-моё. Хоть тут всякие еще, блин, а. Убийство трех, тут трех надо убить. Вижу его! А сколько у вас? Мне трек надо убить. Все сейчас. Окружайте его! Закончим это по-быстрому! Задайте трёпку! Вот это да! Убри! Бей его! В конце концов он устанет! Боишься? Ну что, будет работать или нет, я не понимаю ничего. Парни, вспомните, чему я вас учил. Понятно все. Что-то заглючило. Окружайте его! Заглючим это по-быстрому! А? Умный здесь нашелся, Павло, а? Парни, вспомните, чему я вас учил! Умри! Убей его! Еще один готов. Ну давай, убей его, блин, а? Да ё-моё, так броню бить. С ума сойдёшь. Да ё-моё, блин, а, я же блок сделал, а. Вот он, наконец-то. Уж 28 минут. Опять серия большая, что будет, да? О, прибежай, братва. Слушайте, моя команда. Стой здесь, на страже. Я не подведу. Не отставай. И не дергайся так сильно, слышишь, мужик? А вот втроем остались, да, вы? Короче, понятно, еще последних осталось убить. А, его еще толкнул. О, а вот тут драться решились, да? Готов. Ой, прости. Не трогайте. Не отставай. Готовы. Погнали. Да я вот так тебя не трогаю, ты мне нафиг не нужен. А, все, мы здесь, да? Заходите все, кому нужна помощь. А мне это не нравится. Да ё-моё, а. Ну-ка, на улице, как мы встретились. Короче, понятно, пока я этих уродов не замочим. Которые, бля, с улицы попались. Ну, я не могу до тебя дотянуться. Ну, спасибо вам, парни, вообще просто супер. След. Ой, вы последние троицы, да?
Великолепный троиц. Ты будешь ждать меня здесь. Когда будешь готов, дай знать. О, 4000. Ну, тут уже мы в следующей серии будем заниматься, конечно. Ну, продолжение. Я хочу до замка добежать, ё-моё. Где тут моё? Личёнка. Моё лицо, а? Надо сорвать моё лицо. Для чего это Данца дель Дьявола? А на замок потом на оружейник нападём. Так, где эта фигня? Не вижу нифига ее. А, вот она где. Все понятно. Не, даже ее здесь нету. Кадардо! Дерись как мужчина! Нужно остановить его! Ты что делаешь, идиот? Преступников мы казним старым добрым способом. Да пошел ты в жопу, а? Нашли мне здесь. Так, чё, где тут мне перемещалка? Вот здесь перемещалка есть. И там как раз недалеко этот, блин, замочек. Мимо задания. Какой нафиг праздник? Еще один шоу праздник будет. 55 тысяч золотых. Ё-моё, очумить просто. А тут забраться здесь я смогу. Да, смогу. Супер. Здорово, мужики. Извините меня. Да мне пофиг на тебе. Так, тут задание. Я тут интересно, смогу пройти? Давайте. Обыщем это. Нашу тайну. Давай прям так, ем по крыше. Вот он, этот чувак, который мне нужен. Здорово, мужики, до свидания. Так, мне нужна вилла. 100, согласен я. Ну давай, принять, блин. И так ты только загружаешься, так понимаю, да? Ну, чуваки с копьями, это уже жестоковато вообще, просто жестоко. Я даже не ожидал такой фигни. Так. Давай сначала кузнец. Так, да. Вылечи меня. И лекарство. Купить. Принять. Да, я согласен на это условие. У меня есть такие молитвы, услышав которые, Бог простит даже для вас, дорогие клиенты. Здорово, ремонт. Починить все. Так, починим все назад. Доспехи. Вот они сам такие. Подожди ты, вот это вот я хочу купить. Нагрудник. И вот это вот, что вообще халабал до упора. Да ё-моё, это тоже плюс 2. А это что, нельзя уже, да? Понятно. А, у меня денег нифига нету. Нифига, я 50 тысяч. Ё-моё, я 50 тысяч потратил только что. 55 тысяч потратил на всё. Я даже меч не посмотрел. Ну ладно, давай сначала построим что-нибудь за 31 тысячу у меня там есть. А меч потом посмотрим. Ну если схватит деньжат. Так. 31 тысяча. У меня в карман. Давай. Построим. Бонжорно. Что-нибудь. Привет,
Эцио, давай поглядим на список. Давай поглядим на список. Так, банк, это 9000 обновить. Так, торговец обновить картинами. И торговец обновить картинами, да? У меня останется 10 тысяч. Все будет нормально. Well, Vigil. Да ё-моё, куда ты поднялся-то? Ну все, если постройки, я не ошибаюсь, все уже готово. Постройками. Так, оружие хочу посмотреть. Так, даже оружие. Нет, фигня. Во. 42 тысячи стоит. Ё-моё, 500. Ну это отражение никакое. Понятно все. Я буду копить 42 тысячи. Расскажите обо мне своим друзьям. Так. Посмотрите, давай переместимся обратно. Двери. Так, сколько у меня? 10 тысяч. Ну, пускай копятся деньги здесь. И мы будем задание выполнять. И все, больше тут ничего не скажешь. Так. Венеция. Нет. Вот сюда мне, пожалуйста. Поближе к заданию. Это мы здесь. Задание рядом, да? Да, очень рядом. Ну, на этом, я думаю, останавливаемся. Увидимся в следующей серии. Итоги прохождения. Всем пока и удачи.